Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, достопочтенные львы. Ну, сегодня у нас уже заканчивается июль, и я предлагаю вам сделать расклад на август. На август месяц 2020 года. Итак, что ожидает львов, что ожидает вас в августе месяце 2020 года? Как будет складываться месяц? Давайте посмотрим. Карта «Умеренность», маг, мир и тройка кубков. Сразу вот что хочу сказать, ребята, что вот август месяц у вас будет протекать очень, знаете, так серьезно. Серьезно, но пока что не вижу никаких проблем. То есть умиротворение, спокойствие, полнота, как бы полностью релаксейшн, нет, этого не будет, это уходит в сторону. Будут какие-то небольшие вечеринки, посиделочки, приятные такие, сосед в гости зайдет, кум где-то забежал, мимо пробегал, забежал. Вот между с домашними посидел, чаек попил за приятным кусочком тортика. Вот такие вот посиделки приятные будут в августе у вас. Уважаемые львы, но я хочу посмотреть, о чем нам говорит маг. То есть это тон месяцу, карта маг задает вам и новые свершения, новые творения, что-то вы хотите реализовать, что именно, и причем это будет происходить быстро, внезапно. Этот инсайт, это желание творить, магичить, скажем так, придет к вам внезапно, вот ниоткуда. Ниоткуда, и предположу, что это будет что-то приятное, потому что я не вижу здесь в комбинации нет никаких плохих карт. Ситуация. Вот ситуация, умеренность, то есть все идет спокойно, гладко. Вы в августе месяце не дергайтесь, не кидайтесь в крайности туда или сюда. Нет, а вы работаете или живете умеренно, спокойно, не рискуя. И даже где-то подумываете, как-то вот как-то отойдя от мирских дел, вот так можно сказать. То есть вот август у вас будет протекать спокойно, без, он будет значимым, он запомнится, он не пройдет, как говорится, бесследно, но он пройдет спокойно, без нервотрепок. Вот я могу вот так вот сказать. Да, будут какие-то новые идеи, будет желание творить, вы почувствуете силы, вы почувствуете мощь своих идей, мощь своих действий, и это будет происходить внезапно. Вот такой вот, знаете, август полный новых каких-то таких вот дел и свершений. И, как я сказала, вы не будете кидаться в крайности, не будете кошмарить, не будете думать, то есть так или так. То есть у вас есть спокойное размышление, и август будет протекать очень умеренно и благополучно. Ну вот, я хоть и сказала, что умиротворение уйдет. То есть нельзя сказать, что вы будете сидеть полностью, сложа руки, и само собой там все это будет делаться. Нет, вы что-то будете творить, и это будет приходить, это не то, что какая-то долгоиграющая идея, которую вы там вынашивали и вынашиваете кучу лет. Нет, это что-то новое, очень внезапное, о чем я сейчас вам говорю,
вы даже еще не знаете. То есть это придет совершенно-совершенно внезапно. Вот такой вот расклад получился для вас, уважаемые львы, на август месяц. Кто зашел ко мне, забежал ко мне, заглянул впервые, оставайтесь, подписывайтесь на меня. Я стараюсь много не говорить, коротко по существу, и следите за моими выпусками. В конце августа я буду давать на сентябрь, так что будем смотреть дальше. Также еще оставлю ссылочку на годовой расклад, кому интересно, может заглянуть туда. А с вами была Людмила, канал Тартология, и я желаю вам всех благ и здоровья. Всем пока!